В Аксковской образовательной средней школе Плесецкого района состоялось торжественное посвящение в кадеты. Подобный класс создан был впервые. Идея создания кадетского класса созрела еще в прошлом году. В программу обучения помимо общеобразовательных дисциплин будут входить занятия по начальной, военной и физической подготовке. Срок обучения в кадетском классе – 4 года. Ну а после, по окончании 9 класса, выпускникам будет вручено специальное удостоверение. Мы сегодня счастливы, что мы стали техкадетами. И когда вырастем, мы станем генералами. Все отлично, у меня сегодня настроение, у нас у всех. Сегодня будет праздник, да?